В храме Владимирской иконы Божьей Матери состоялось архиерейское богослужение. Его возглавил викарий Московской областной епархии епископ Петр Луховицкий. В сентябре 1990 года здание было передано Русской Православной Церкви, и в храме после долгого перерыва состоялось богослужение. Эта праздничная литургия посвящена 30-летию восстановления храма и возобновлению духовной жизни в поселке Красково. В светские годы, когда церковь была подвержена гонениям, то в здании храма был сооружен клуб. Здесь были библиотека, даже здесь находилась в куполе. Показывались фильмы, была кинооператорская. Конечно, много осталось от здания клуба, но потихонечку храм приобретает свой канонический вид.